В Израиле новый теракт с применением холодного оружия. Ножевое ранение в районе Гуш-Эцион к югу от Иерусалима получил 19-летний израильтянин, военнослужащий армии обороны. Сразу после этого огонь по двум нападавшим палестинцам открыл находившийся на месте теракта второй солдат Сахала. Раненый израильтянин доставлен в больницу. Ранее сегодня же столкновения палестинцев с израильской полицией произошли на Западном берегу. Вышедшие на демонстрацию жители Хеврона требовали от Израиля вернуть тела 11 палестинцев, которые были убиты во время нападений на солдат Сахала и израильских граждан. Протестующие забрасывали камнями и бутылками дежуривших на КПП солдат. В ответ израильские военные были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули.